Скручиваем, скручиваем, стопинги вставляем. Так сегодня кипит спортивная жизнь в Мужах с открытием новой площадки. На ней с самого утра собираются бегуны, атлеты, как опытные, так и начинающие спортсмены. Сейчас появилась такая площадка огромная. Можно присоединиться к боксерам, есть удобное покрытие. Есть где побегать. Денис Мукминов занимается бегом, тяжелой атлетикой и стритлифтингом, для которого достаточно брусьев и перекладины. Но теперь тренироваться стало намного удобнее. В Мужах не было особо специализированных мест для занятий спортом, поэтому приходилось заниматься где придется. На детских площадках, на импровизированных каких-то площадках. Площадь комплекса больше 6000 квадратных метров. Он отвечает всем современным требованиям. Помимо футбольного поля и беговой дорожки, здесь есть где поиграть в теннис, волейбол, позаниматься на тренажерах или сдать нормативы ГТО. Трибуны вмещают почти 200 зрителей, а рядом парковка для автомобилей и велосипедов. Причем все вот эти объекты, которые расположены на стадионе, они возникли только после того, когда обсуждались с населением, и население само голосовало за то, что здесь должно быть. В День молодежи здесь проходил праздничный концерт и выступали местные коллективы. Даже устроили кинотеатр под открытым небом. На большом уличном экране показывали художественный фильм. Я думаю, что у нас активный сезон использования открытых спортивных сооружений – это июнь, сентябрь смело. Поэтому я думаю, что тут еще все впереди у этого объекта. Площадка стала самым крупным спортивным объектом в районе. В сентябре она войдет в программу «Открытый стадион». Это означает, что заниматься на ней смогут не только школьники, но и жители райцентра. На сегодня в округе действует около 1700 спортивных объектов, а еще 46 планируют построить до 2028 года. Аделя Бакирова, Виталий Сафарметов. Время Ямала, Шурышкарский район.